Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшнее стихотворение называется «Поделенная жизнь». Жизнь перерезана напополам, ее мне никогда уже не склеить. Настал конец прекрасным чудесам, в которые я с детства очень верил. Вдаль унеслась заветная мечта о личном счастье молодой принцессе. Глава последняя написана не та, которая должна быть в этой пьесе. Ну вот и утвердили мою роль. И текст написан мой направо-слева. Сегодня я на троне, я король. Увы, я без любимой королевы. Спасибо!